В 96-м у казахов в Казахстане появляется самое очевидное право – брать фамилии в соответствии с родным языком. Джандосовы и Валиевы теперь могут стать Жандосовыми и Уалиевыми. К тому же можно и отказаться от несвойственных казахскому окончаний «ов» и «ова», «ев» и «ева». Тогда получится «Жандос» и «Уали». Кроме того, к отчеству теперь можно добавить окончания «ол» и «хз». В дальнейшем многие и вовсе откажутся от фамилии, взяв вместо нее имя отца или деда по отцовской линии.